Ирина, в одном из недавних постов на Фейсбуке вы написали, что часто приходят дети, и самые популярные вопросы, которые они задают, это как спите на борту, как едите. Вот мы тоже зададим эти детские вопросы. Как организовано питание, как проходит сон, как организован быт, их смена во время одиночного плавания в столь длительное время. Ну, быт тоже очень аскетичный, как вы видите, яхта у меня не сильно приспособлена для комфортного времяпровождения. А касательно еды, все очень просто, это джетбойл, можно согреть воду, и дальше уже в зависимости от вашей фантазии с этой водой делать все что угодно. Например, заваривать вот такие вот пакеты, это сублимированная еда, это основа моего рациона. 1-2 пакета в день я съедаю. На завтрак иногда мюсли. Я не очень люблю хлопья и всякие такие, знаете, завтраки. Полезные завтраки. Не моя тема. Вот. И очень часто завтрак я пропускаю. Ну и, собственно, времени для такого стандартного для завтрака у меня нет. То есть я могу спокойно заточить вот такой пакет и посередине ночи. То есть, когда проголодалась, тогда ем. Когда не проголодалась, тогда не ем. И насколько объемным выглядит пакет еды, скажем, и где он хранится? Сейчас покажу. Вот, вот эта вот сумочка, мой рацион на первый этап. На неделю? На неделю. А что, мне больше не надо? Я человек маленький. Не, ну я еще возьму с собой фрукты, какие-то снеки. И здесь нету воды, естественно. Вода идет отдельно. Вот еда, да, вот столько, мне больше не надо. Федор Дружинин рекомендует сварить сосиски. Что это за? Он не рекомендует варить сосиски. Сосиски – это моя тема. Это будут холодные сосиски. Я обязательно беру с собой упаковку, и они у меня всегда лежат в кармане, ну или где-то рядом в зоне досягаемости, потому что может сложиться такая ситуация, что я привязана к рулю фактически на многие часы. То есть бывало такое, что я не могла сойти с руля 24 часа. И мне важно, чтобы у меня под рукой, где-то прямо под рукой, была какая-то еда, когда мне нужно подкрепиться. То есть я положу, зная, что будет серьезная погода, я положу как раз пачку сосисок, какие-то яблоки, какие-то там шоколадки прямо в зоне досягаемости. Понятно. Да, возле руля. Вот. Хорошо, что касается сна. Что касается сна, это вот такая вещь. Вот, такая подушка у меня есть. Это моя кровать, моя подушка, мое все для того, чтобы комфортно отдохнуть. А вообще здесь не предусмотрено место для сна. Мы же тут гоняться пошли, а не отдыхать. Вот, и, собственно, я буду каждый раз при смене галса формировать свое место для сна из парусов. То есть вот свернуться калачиком вот на этом пятачке и заснуть? Ну, не здесь, нет. Это в зависимости от того, какой ветер. То я буду в корме спать, то, может быть, в носу, то где-то в борта, то сидя, то... Ну, стоя нет, это очень маленькая лодка. Но иногда снаружи, да, я достаточно часто сплю снаружи, если не заливает. Вы уже говорили, что вот таких вот подходов по 15-20 минут, несколько в течение дня, хватает, чтобы продержаться во время гонки. Да. А когда приходите уже, все, финиш, пришли на берег, есть неодолимое желание спать? Или... В короткой гонке да, потому что очень часто в короткой гонке ты не спишь вообще, а из длинной очень часто ты приходишь вообще свеженький. В зависимости от того, когда у тебя финиш. Мне бывало такое, что я пришла абсолютно как бы... Мой день закончился сегодня финишем. Мой стандартный день, и я не особенно и устала. Замечательно, это свойство. Да. Спасибо. В целом ряду современных кругосветных парусных и трансатлантических парусных гонок гонка мини-транзат выделяется своим аскетичным отношением к современным средствам связи. Фактически, обладая лишь вот таким прибором, их смены уходят на долгие дни и даже недели в море, не имея возможности связаться с берегом, не имея возможности получить информацию, какую-либо отличную от той, что посылает им оргкомитет скупыми порциями через вот этот вот приемничек. Ирина, расскажи, пожалуйста, что это, как происходит обмен информацией с берегом, с оргкомитетом, и что можно из этой информации получить? Это обычное, но необычное кратковолновое радио. Самая, наверное, надежная модель.
с помощью такого радио мы будем получать простейший прогноз погоды каждый день от организаторов. Прогноз погоды будет, передача прогноза погоды будет организовываться каждый день в 3 часа по UTC, и нам будут передавать на определенные квадраты в океане направление ветра, силу ветра, состояние моря, атмосферное давление, плюс нахождение, местоположение центров высокого давления и низкого давления, холодные фронты и хребты, если они будут. Вот, эту информацию мы будем записывать и переносить уже на свою карту, которую я заготовила, заламинировала, и строить стратегию. Понятно. Ну вот сейчас перед регатой многие начинают обсуждение такого вопроса, как информационный голод, в связи с тем, что ничего, кроме официальных сообщений о погоде, вы не имеете. Угу. Существует ли действительно такая проблема, как в наш современный век, наполненный, как его называют, век гиперкоммуникации, наполненный интернетом, когда каждый день вы привыкли быть на связи, каждый день получаете массу информации по различным каналам, и тут вдруг на неделю, а потом еще и на две, так сказать, уходите в полный информационный вакуум. Является ли это проблемой? Для меня нет, для меня это не является проблемой, наоборот, я очень рада. Наверное, я сейчас одна из первых бегу сдавать свой телефон перед стартом, чтобы наконец остаться наедине с собой, наконец остаться наедине с лодкой и морем. И как раз то, что мы не получаем никакой лишней информации, позволяет нам лучше гоняться, можно и так сказать. Ну, скажем, во многом мысли, которые нас посещают в течение дня, формируются как раз именно тем внешним потоком информации. В его отсутствии о чем вообще думаете на борту? Я думаю о гонке. Ну, практически все, немножко о будущем. Немножко о прошлом. То есть какая-то философия все-таки присутствует в размышлениях? Ну, достаточно мало. С тех пор, как я начала гоняться на прото, у меня практически нету свободного времени думать о чем-то. Я полностью посвящена гонке, полностью посвящена настройке, стратегии, и все свое свободное время трачу на то, чтобы отдохнуть. Вот, поэтому я стараюсь, наоборот, свою голову очистить от всего лишнего, чтобы выключиться в короткие моменты передышки. Ну, кто-то из коллег по флоту сказал как раз в одном из интервью, что если будет что-то важное, что нужно, да, то организаторы найдут способ донести до флота, если что-то критическое. Вот. А все остальное я узнаю спокойно по возвращении на берег. То же самое, какую первую информацию вы бы узнали, захотели узнать, что первое начнете искать, когда вернетесь на берег, когда коснетесь земли? Я заметила за собой такое, что я, когда прихожу, я не спешу забирать свой телефон у организаторов. Я помню, как-то на следующий день только забирала, потому что на самом деле не хочется опять погружаться в информационный поток. Что первое? Наверное, первая связь с близкими. Угу. Потом работа сразу. Проверить рабочую почту, сертификация. Понятно. То есть отсутствие связи на самом деле дает возможность прочистить голову, отдохнуть от этого избыточного потока информации и отдохнуть во всех смыслах. Замечательно. Спасибо. Желаем вам хорошей, позитивной информации по приходу в первую, так сказать, промежуточного финиша и на Гваделупу. Вот. Только хороших новостей. Спасибо.